украинской армии. Люди подходят ближе к танкам. Поздравляю, танки поехали в сторону ЖД вокзала. Вон. Танки развернулись и поехали. БТРы развернулись и поехали в сторону ЖД вокзала. Вон украинская армия. Мы ведем свой прямой репортаж с города Мариуполь. С вами стример Влад. И Влад покажет вам, что происходит в городе. Сейчас начнут стрелять. Стрелять по мирным жителям! Только что передо мной был ранен один человек. Был ранен в ногу.